Обычно. Давай, рассказывай. Такое новогоднее послание бабушки и дедушки. Это для бабушки Майи. Майи, какое поздравление. Гарик балуется? Так, на свинье, папа. Ну, папа, говори. Ну, как же я могу разговаривать, когда ты выключил мне свет, микрофон и все? Я одел бабочку, я одел рубашку. Мы будем записывать. Приготовился записывать поздравления.